Здорово всем, ребята, Акент пока на проводе, и прямо сегодня мы будем издеваться над ТикТаком. Как бы это грубо ни звучало, но он надо мной шутил сколько раз, даже не пересчитать. Но, ребята, прямо сегодня я притворюсь разработчиком, и мы постараемся его забанить за кибербул. Ну что ж, дамы и господа, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, давайте-ка я вам расскажу небольшую предысторию. Изначально ТикТак открыл лобби, я к нему зашел с ником dev01 и написал, что я разработчик. ТикТак охренел и говорит: покажи пруфы. Я ему показал AVM Treasure Hunter Keramid Gold, он охренел еще больше. Потом я ему скинул промокод, а потом вы прямо сейчас все увидите. Только что ТикТаку с фейкой странички ВК я скинул промокод, и он его прямо сейчас ведет. Он реально думает то, что я разработчик. Ребята, просто представьте, насколько же это смешно. Так, вот, оп, оп. Так, вставляет промокодик, нажимает кнопочку применить, успешно. И сейчас он получает кунай. Эти промокоды дали мне, но я решил один промокодик дать ТикТаку и пранкануть его. Он просто в шоке. Давайте послушаем реакцию. Че он там? Единичка, ребята. Он в шоке, он в шоке, он в шоке. Сразу, как вы думаете, что там выпало? Пишите ваше предположение, но что мне выпало. Удачи, спасибо, братан, спасибо. Смотрим, что там, ребята. Так, а ну-ка, ну-ка, реакцию ТикТака. Кунай-рипер! Просто на халяву кунай-рипер, братан! Да, поздравляю, бесплатный ножик. Подождите. Все это ради контента, ребята, так что... фейк! Короче, братва, если хотите получить такой же самый нож прямо сейчас, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Ну что же, а прямо сейчас я ТикТаку предложу сыграть дуэль. Он будет в шоке. И дуэль мы с ним сыграем на Keramid Gold или на VM Treasure Hunter. Ну что же, полетели. Он спрашивает, сможете ли вы дать промокод на VMTH. Я скажу, да, после дуэли, если вы меня выиграете. ТикТак спрашивает, а что будет, если проиграю? Я тогда вас забаню. Ребята, просто представьте реакцию ТикТака. Играть дуэль на бан. Я ору. ТикТак просто в шоке. Смотри, какой ТикТак хитрый пишет. Ну, при условии, что играю за КТ, я согласен. Я ему пишу, ну ладно, заходи за КТ, но если я тебя забаню, то я тебя забаню навсегда. Просто представьте реакцию ТикТака, он, наверное, в шоке. Так, ну что же, дамы и господа, да начнется великая битва. Ну что же, дамы и господа, мы начинаем нашу битву против ТикТака на бан или на промокод на VM Treasure Hunter. Но я вам скажу по секрету так. ТикТак в любом случае промокод не получит, потому что я не настоящий разработчик. Но я попытаюсь его задудосить, потому что у меня есть его IP, и у него просто ляжет интернет на секунду, и его выкинет из игры. И посмотрим на его реакцию, потому что он по-любому подумает, что это бан. Ну что ж, дамы и господа, полетели. Счет 0-0. Ничего себе, ТикТак. Ну. Ого! Так, ребят, нормально. Первый раунд слили, ничего страшного, потому что, говорится, нам специально надо проиграть. А потом посмотрим реакцию ТикТака, я думаю, это будет очень весело. Ну что ж, дамы и господа, полетели. Плюс я постараюсь задудосить так, чтобы у него вылетел интернет. Главное, чтобы не стрим вылетел. Я вас забаню, если будете так крысить. Блин, ТикТак реально в шоке. Я вас забаню, если будете крысить. Вот это, ребят, прям вылитый разработчик. Я забаню, если вы будете так крысить? В смысле крысить? Я вообще ничего... Он меня скинул за карту! Он меня за карту скинул, ребята! Что? Он скинул меня за карту специально, чтобы выиграть раунд! Это нечестно! Он меня за карту скинул, ребят! Он меня за карту скинул, чтобы раунд выиграть себе! Это нечестно, напишу! Это нечестно! Блин, ребята, какой-то рофл! Что там у ТикТака происходит? Я просто заплатил бомбу и просто выиграл! Я даже ТикТака не видел! Я не знаю, то ли у него интернет завис, то ли что там произошло!
Ну что же, ребята, продолжаем дальше нашу битву. Я скажу так, что в предыдущем раунде было слишком изи. Давай-давай посмотрим, на что же ты способен. Пускай дает мне один раунд. Ну что это за фигня? Ну да, пустая эта скотина! Он меня троллит! Я опять упал, он меня троллит! Он меня троллит, говнюк! Смотрите, он стоит на респе! Читами меня выкидывает, алло! Это нечестно! Короче, ребят, Тик-Так только что провалился второй раз подряд. Он думает, что я над ним издеваюсь, он думает, что я его реально забаню. А сейчас я напишу. Дальше будет бам! Просто посмотрим на реакцию Тик-Така. Мне кажется, он будет в шоке. Ребят, я запланетил бомбу. Я не знаю, что за хрень. Сегодня такое ощущение, что стендофф играет на моей стороне, потому что Тик-Так просто проваливается куда-то туда, под карту. Но если серьезно, ребят, то мне надо проиграть, потому что у меня такое ощущение, что Тик-Так сейчас будет каждый раунд подряд проваливаться. Я буду просто на изящах каждый раунд побеждать. Так, ну что там, Тик-Так? Все, спокойно. 3-3. Забрали, уработали. 5 minutes later. Знаете, в чем прикол? Тик-Так обратно провалился и пишет мне: вы бессовестные, что вы творите? Ах ты сволочь! Гнида, гнида! Вот говнюк! Не умеет играть нормально! Говнючела! Блин, ребят, это просто лютый ор. Стендов, я тебя люблю. Угля, я чуть сам не провалился. Не, реально какая-то хрень со стендовом, я отвечаю. Вот я не знаю, где тебе так проваливается, но у меня такое ощущение, что я сам скоро провалюсь. Тик-Так опять провалился. Это какой же 4-й раз подряд. Это какой-то рофл. Это какой-то рофл. Напишу. Так вам и надо. Скотина. Вот же сволочь! Какая сволочь! Вот наглый! Сволочь! И скажу вам по секрету. Скоро вы получите бан за кибербул. Я пожалуюсь главному разработчику. Вы скоро получите бан за кибербул. Какой вы крысиный поступок сделали? Вы по крысиной сделали, пишет, да. А знаете, в чем самый большой прикол? То, что я хрен его знает, почему Тик-Так проваливается под карту, но почему-то за нашу дуэль он провалился 4 раза подряд. Так, ну что, ребят, последний финальный раунд. Ну, скорее всего, да, последний финальный раунд. Ну и прямо сейчас мы, ребята, будем смеяться над Тик-Таком, потому что я ему скажу, что в течение 1 минуты его забанят. Посмотрим на реакцию. Забан! Забанил Тик-Така, да! Бедный Тик-Так, бедный Тик-Так, он думает, что его забанили. Меня сейчас банили, нет? Эх, ребят, жаль Тик-Така. Это бан? Я не понимаю просто. Это бан? Отпиши мне ВКонтакте, я сказал. Отпиши мне ВКонтакте! Разработчик, который мне сейчас скинул все это, отпиши мне ВКонтакте, я сказал. Забанили Тик-Така за кибербул! Ребят, честно говоря, мне очень жаль Тик-Така, потому что, кажись, пранк вышел очень жестким. Тик-Так, дружище, реально не обижайся, но я знаю тебя, ты меня сам любишь попранковать. Но вы, мои подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также напишите ваше мнение о этом пранке прямо сейчас в комментарии. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.